Всем привет, с вами Большой Саша, и сегодня у нас на обзоре необычная камера от компании Hikvision. Это купольная камера с углом обзора 180 градусов. Поехали! Камера поступила к нам на тест, ну и как положено, мы установили ее в офисе. Встречайте новинку от компании Hikvision, камера DS2CD2345. Давайте начнем сразу же с применения данной камеры и представим себе такую задачу. У клиента длинный коридор, и при этом посередине находится лифтовой холл. Клиент бы хотел одной камерой видеть не только лифтовой холл, но и все, что происходит в коридоре в целом. Как справиться с этой задачей? Можно взять обычную камеру, установить ее вправо и влево. То есть мы используем две камеры для решения этой задачи. Да, мы получим хорошую картинку, но стоить это будет в два раза дороже. И запись у нас будет занимать в два раза больше места. Мы можем поставить камеру Fisheye, которая достаточно распространена сейчас, но при установке на стену мы будем снимать очень много лишнего, в частности потолка. Но да, мы решим эту задачу. Либо мы можем взять новую камеру от компании Hikvision, у которой угол обзора 180 градусов и практически отсутствуют мертвые зоны. Давайте посмотрим на изображение с камеры. Как можно видеть, угол обзора позволяет захватывать полностью все помещение, при этом исключается мертвая зона. Куда можно применить эти камеры еще? Очень хорошим кейсом для применения этих камер можно назвать классы в школах, либо больницы. Там, где требуется видеть все помещение. Я бы, наверное, предложил также данные камеры устанавливать в лифт, так как мы можем установить не только в угол, но и посередине. Мы будем видеть все, что происходит в лифте, а также все, что происходит перед лифтом и как пользуются жильцы дома им. Немножечко о самой камере. Разрешение камеры 4 мегапикселя, сверхширокий угол обзора 180 градусов. На видео можно заметить, что практически отсутствуют какие-либо искажения. Мы не смотрим на кружок в черном квадратике, а получаем красивое широкоформатное изображение. При этом качество картинки достойное. В ночное время также камера обладает XR-подсветкой, которая также светит широко, как и смотрит камера. При этом все помещение залито светом, и мы можем видеть все, что происходит даже в полной темноте. Камера выполнена из металла, хотя передняя часть сделана из пластика, что добавляет ей немножечко антивандальности. Уверен, что каждый, кто посмотрит видео с этой камеры, придумает несколько решений для этой камеры. Что по итогу? Камера для нестандартных задач и с хорошей ценой. В розницу камера стоит 14 990. Продать данную камеру оказалось несложно. Достаточно было снять с нее видео и показать нескольким клиентам. И каждый из них придумал, куда ее можно установить. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Балалайки, комментируйте. Увидимся.